большим B2B продажам, как лифты. Какая? Что? Повторные заказы. Что еще? Равномерность заказа. Точно. Трудно прогнозировать финансовый поток. И у них, у компании, которая поставляла дорогие лифты, была с этим большая проблема. Тендер, здание в эксплуатацию вводится позже, стройка задерживается, а целая компания работает. Что делать? И тогда они решили стать сервисной компанией. Они стали говорить, мы компания не продающая лифты, мы компания обслуживающая лифты. И стали объезжать все здания, которые они знали, где уже стояли их лифты, где стояли лифты их конкурентов, предлагать годовое обслуживание по подписке как раз. Вы платите в зависимости от тарифа, от сложности оборудования ежемесячный платеж и забывайте про проблемы с вашим лифтом. Особенно это круто в Нью-Йорке, где много небоскребы, где много пентхаусов. Люди готовы были платить большие деньги, чтобы там ходить пешком и решать сложные проблемы. Компания, занимающаяся доставкой, она называется H-Bloom. Я думаю такую компанию делать в России. Это подписка на букеты. Корпоративная и на дом. Подписка на букеты. У вас всегда свежие цветы в ресепшн, в переговорной, в кабинете у руководителя. Если вы сами так любите цветы, то без них не можете, у вас дома. В разы дешевле. В разы дешевле. Думаю над этим. Я знаю, стартап я смотрел. Да. Flow Wow, который, да? Я знаю, стартап. Хорошо. Birchbox. Доставка пробников маленьких, маленьких бутылочках разных косметики. Тоже подписка. Каждый месяц, наверное, женщинам приятно, когда им приводят набор, часто даже они даже не знают, что там. Интересные, классные вещи. Вот два с лишним раза дешевле, чем это стоит на рынке, потому что бренды заинтересованы в продвижении своих продуктов, да, в маленьких упаковках. Это не пробники, но это такие простые маленькие упаковки. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, это наш с вами любимый Amazon, который один из первых начал делать подписку. Он сделал подписку под названием Prime. Очень простая вещь. $99 в год, и вы получаете три вещи. Всегда бесплатная доставка в течение двух дней. Одна книга на ваш Kindle в месяц бесплатно. И доступ ко всему видео бесплатно. Amazon не глупые ребята, одна из самых интересных компаний в мире, которая есть сейчас. Они начали это делать одними из первых. Сейчас их практически модель подписки копируют все конкуренты. Самое интересное, что они увидели, когда стали анализировать, что люди стали покупать намного больше. Когда они знают, что бесплатно проведут через два дня, они покупают намного больше. Подписка хороша тем, что люди начинают покупать больше. Это очень важный момент для психологии. И я тоже, как видно, хочу всех напугать. Мы, не сговариваясь, решили сказать об этом. 40% компаний через 10 лет будут мертвы. Я думаю, что даже больше. Это сказал гендиректор Cisco. Человек знает, о чем говорит. И мы уходим на перерыв. Нет, давайте вопросы. Нет? Вопросы? Да, давайте вопросы. На вопросы. Есть ли какие-то, пожалуйста. Ну, скажите, есть ли какие-то новостные или какие-то сервисы, где вот отслеживаются на рынке инструмент и на рынке бизнес-модель? Да.